Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим запись «Вопросы и ответы», которая называется «Серия бесед во свете Библии». То есть главный авторитет – Святая Библия открытым оком. Пожалуйста, Игорь Владимирович Добунов. Вопрос о поясе. О каком? Ну, пояс, который вот носит географический пояс. В нашем обществе. Нет, ну, у нас еще пояс. Вот, да. Я просто предстану вот такой, какой я есть. Вот, а то сижу, не видят даже. Вот. Ну вот пояс. Да, вот об этом поясе самом. Да. А вот у нас вообще не пояса. Было о поясе. Что он представляет, почему носить, зачем нужен. Сейчас же в мире пояса практически никто не носит. Военные даже сняли их. Раньше ну вот вопрос. Мы в прошлом году проехали от Москвы до Дальнего Востока, Владивосток, Находка. Ну и дорога-то сидишь, едешь. Встречаются иногда в городе люди с бородами. Ну мало, ну редко. Очень редко, чтобы женщина была в платке. Очень редко. И как правило, мусульманка или бабушка какая-то идет из храма. А чтобы с поясом, вот так одет был, ни одного не встретили. Ни одного, ни мусульманина, никого. Что такое? А у нас принят пояс. Вот в деревне у нас пояс должен быть на богослужении, в лагере у нас дети. И все время в деревне, в которой люди бывают. А в общине у нас здесь, в Барнауле Крестовоздвиженской, это распространяется только на приходящих в храм. Пришли, ну некоторые носят все время, а некоторые, ну, сразу уходя, пояс под низ, брюки туда и все. По-немецки, немецкая форма это, брюки заправлять где-то. Я отвечу так, вы картины пойдите посмотрите. Репина, Сурикова, Поленова. Ну, да, какие были до этого? Поглядите, вы без пояса вообще не найдете ни одного. Вообще этого это нигде нету. Ребятишки играют в Бабкина, вот так, и все с поясами. Сидят работники на скамейках, сидят. Все до одного с бородами, с поясами. Это не сегодня был. Лев Николаевич Толстой стоит вот так вот. Вот так у него рука. Посмотрите, монахи где все с поясами. Военные, ну, ремень называется, с поясами. Но нас интересует, что Слово Божие говорит. Тем более, если я вот это сейчас говорю, кто не носит пояс, он и не будет носить. Я уже понимаю, что люди думают, ну нашли, пояс спасает, а где Христос? Это они так все знают о Христе. Вы больше нашего знаете о Христе, подскажите, что мы не знаем. Я Библию не выпускаю из рук 50 лет. И скажу, что о поясе сказано очень много. Вот пояснение, прочитайте. Пояс может быть из любого материала, но чтобы только не было во вред здоровью. Никогда не снимается, как и нательный крестик, ни в бане, ни на ночь. Это постоянный. Но для праздников может быть особый, широкий, любой расцветки. Совершенно любой. И, как правило, завязывают и на себя, и на детях на 4 узла. Ничто это не символизирует, просто чтобы не потерять. Не развязался. Символ пояса есть и весьма поучительный и ценный, а именно послание к Ефесянам, 6 глава, 14 стих. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись броню праведности. То есть пояс это означает, что ты не лжец, не клеветник, не суеслов. Вот и все. Пояс все время напоминает о том, что я должен говорить правду, единственно правду, ничего кроме правды. Припоясав чресла вашей истиною. Ну, говорят, что ж тут это, только символ один. Нет, буквально. Буквально. Я покажу вам, что апостолы, святые пророки, все до одного ходили в поясах. Без пояса не было никого. Цари были в поясах, военные были в поясах. Я только по Библии буду говорить, по Библии. И в Новом Завете, в житиях святых, все были с поясами. С поясом Иоанн Креститель, с поясом пророк Илия, с поясом Христос, с поясом ангелы. А кто без пояса? Ну, вы не знаете, распоясавшийся, а слово хулиган само подскочит. Вот кто. И поэтому люди сегодня распоясавшиеся. Да, конечно, хулиганы. Неважно, кто они. Сами подставят себе. Дальше. Слова пояс, припоясание, припаяшься. Встречаются эти слова во всей полной Библии ровно 125 раз. Вот так. Нам это ни о чем не говорит. Во Святой Библии нет ни одного лишнего слова. И вдруг столько раз упоминается о предмете, который вроде бы
и не греет, и не продляет жизнь. В поясе были пророки, апостолы, воины, и ныне Христос, святые ангелы. А распоясаться? Такое слово встречается в Святой Библии только всего лишь один единственный раз и говорит, как и в поговорке о том, что человек хулиган, разбойник распоясавшийся, болтающий, что попало. 3 Царств, 20 глава, 11 стих. И отвечал царь израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Все, один раз и только в отрицательном смысле. Это как нам, что не по мозгам? И однако весь мир сегодня держится одного слова, в самом отрицательном смысле употребленного в Святой Библии. Погромче. А на 125 раз упоминание о поясе во Святой Библии, ноль внимания и дикое противление хуления. Потому что само по себе это все. Притом против пояса все сегодня, все абсолютно. И русские, и немцы. Но если выступает что-то народный хор, фольклор, казацкий, все с поясами, да с кистями стоят. Ну, на сцене люди, или когда выступают, все подпоясаны. Ни разу я не видал, чтобы народный русский фольклорный какой-то хор выступал, и были без поясов. Даже не видел. Может, где-то и есть такие, но это уже не народные. Что это само по себе и во всех народах, и от мала до большого, и само собой так? Кто же это делает, как не враг душ человеческих, чтобы люди и в малом, и в большом были враждебны прямым указаниям Божьим и не подражали ни Христу, ни апостолам? Филиппийцам 3 глава 17 стих. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. И вот когда это считаешь, я понимаю, как они кривятся, особенно сектанты, разные еретики. И вот сейчас за то, что я выступаю, тут хуление, просто лавина идет. Нашли в чем? В бороде спасение. Да Христос умер за нас. Как будто бы Христос умер, и сразу все пояса возле креста сбросили, повеление Христова. Да ничего подобного, все с поясами так и пошли, какие были-то. С чего вы вдруг решили? А чтоб себя ни в чем не ущемить. У сектантов, как правило, нет первого шага. Оно и у православных не лучше. Отвергни себя. Нравится, не нравится тебе борода. Она Богом дана. И вот скоблит себя женоподобные блудливые лица. Галстук масонский нацепит, стоит. И не стыдно ничего, на кафедре стоит. Сегодня священники в галстуках. Ну ты посмотри, откуда происходит. Это масонский атрибут. Это не апартаменты какие-то. Давай. Деяния, 21 глава, 11 стих. «И войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Так, повторяю, что это в Новом Завете, 21 глава Деяний, и апостол Павел к ним не маскироваться пришел, а такой, как есть. И он этот снял с себя пояс, и заходит пророк Божий, который берет Павла в пояс. Вот сегодня зашел бы Агав, ни одного пояса нету. Ну, допустим, сектантов 200 миллионов, ни одного пояса. На 200 миллионов ни одного. Почему не подражаете? Павел, подражайте мне, а в чем подражать? Для всех сделал совсем, подражать не можете. Ну, знаете, православные соблюдают посты. Чтобы не соблазняться, соблюдайте православные посты-то. Ни один. Притом ни один. Ни два, ни три. Вас 200 миллионов. Вот я знаю, я адвентисты соблазняются, если ест человек свинину. Я не ем ее, в рот не беру. И не возьму никогда. Почему? Ради любимых мой адвентистов. Ради их только. Хотя хорошее, приготовленное. Сало, как Задорнов говорит, я терпеть не могу, чтобы не схватить и не съесть. На любой станции соскочу за ним. С чесночком, приправленное. Итак, Дух Святой говорит, мужа чей пояс? То есть Дух Святой знает, что у этого мужа пояс есть. А сегодня как показать? Никак. Хорошо жить братьям вместе. Хорошо, все говорят, ой, давайте вместе дружить. Но на это есть символ. Вы не можете вместе быть, еретики, сектанты, православные. Почему? Это как елей. Вот как елей, согласно, а дальше все отрубает. Стекающий на бороду, а у тебя куда? Как елей, стекающий на бритый подбородок. А почему такое сравнение взял? Потому что елей смочен, он, вот борода, она не пушится. Она сразу, ну как волосы намажет, когда маслом, то они слиплись вместе, то и тогда ровно у него щуп лежит. Как елей, стекающий на бороду.
Ну нельзя сказать 200 миллионов сектантов без бороды. С Украины, с Белоруссии священники такие. Елей на бороду, а у вас бороды-то нету, и поэтому все друг против друга. Грызут, как говорится, пауки в банке. На бороду. Прочитайте один раз. Нет бороды, сбрили ее. Притом сами стоите каждый день, скоблите. Зачем скоблить, она все равно тебе дана от Бога. И теперь, а с бороды так много масла, что стекает куда? На одежду, куда? Не на галстук. У тебя сразу-то все не так. А давайте вместе, братья, давайте любить друг друга. Любвисты какие нашлись. Вы сначала символ исполните этот. Как елей, стекающий на бороду. Он стекает на голову, льют его. Тут лысина у него может быть, волосы, но он и в изобилии стекается, как у Давида. И на бороду, и Бар-Давид знал это. И лучшего сравнения Дух Святой не нашел. Это не Давид писал. Потому и нет ничего, потому что у нас пояса нету. А, говорит, под припаящие средства ваши истины. Поэтому лгут друг другу, Писание искажает, коверкает. Вот в чем суть-то вся. И теперь Дух Святой сказал, мужа чей пояс? Так все-таки Дух Святой знает, что у мужа этот пояс. И ориентир держит на пояс. Павел, его никто не знает. Агав пришел, он не знал, чей пояс. Но там много поясов, ну, допустим, собрание было 100 человек. И он именно этот пояс, он чем-то засветился как-то или зашевелился, я не знаю. Но он взял его из этой кучи поясов, потому что все были с поясами-то, и показал, вот чей это муж? И вот сказал, чей, чей? Павла. Это у меня в лагере порядок такой, чтобы дети не забывали вещи за станом. А они все забывают. И вот первый день родители жалуются, сколько он потерял, говорит, придет, сразу не хватишься, выйдешь, а там во дворе уже подобрали. Садимся за стол, так, дежурная, проверка, вокруг лагеря. Дежурные побежали, а все уже в колпачках, в фарточках вещи несут. Попробуй, значит, найди, чьи вещи. Они понимают, чьи вещи? Все Юркина, и они, дети-то запоминают, все это, так, ты дальше знаешь, что знаю, что делать? Взять. Крутить над головой, три раза вокруг лагеря бежать и кричать. Забываю вещи за станом, я забываю вещи за станом. Все, прилеплена память, никогда ни одной вещи больше не забывает. Вот нам нужно это самое, разделение вот такое вот. Потому-то, вы враги раздели, вы враги истины. Потому что разделяете, бороды нет, у вас символа нет. А борода все время напоминает об единстве, особенно когда маслом смазываешь. Елей, стекающий на бороду. Дальше. Иеремия, 1 глава, 17 стих. А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтоб я не поразил тебя в глазах их. Не надо малодушествовать, надо об этом говорить. А будут принимать или не будут, а ты говори. Они сделаются, как бурный ветер против тебя. А я тебе сделаю, как скала. Припаяшь чресла твои. А хорошо ли быть с Богом? А какая разница, быть с Богом или без Бога? Ну, сравнение, которое Бог дает, это самое наивысшее. Их надо обдумывать столетия и тысячелетия. Так, а что на тебе? Пояс. Ну, пояс-то такой разный бывает. Купи новый пояс. Пророк никогда не сопротивляется. Так он сказал, а у меня есть пояс. Да у меня в запасе еще 10 галстуков. Иди купи новый. Купил. А что? А теперь пойди и там в расселинах между камнями спрячь его. Ну и что? Сделал. А поди, может думать, пояс-то дорогой. А что, тут дождь пойдет? Проходит время, Господь говорит, ну пойди, посмотри, взял пояс. И как? Господь, так он ни к чему уже не годен. И ты это понял? Да что ты понимаешь? Я взял в руки, он рассыпается. Вот так люди, которые от меня удаляются, Господь говорит, так же сгнивает во всех пороках. Пьяницы, наркоманы, разведенные, блудники, злословящие, злословящие правители, священников. Они ничего не знают. Лентяи, лодыри, картежники, наркоманы. Вот так, отдаляясь от меня, вы все сгниваете. Ты понял, пророк? Понял. Напиши. И вот пояс теперь попадает. Это самое наивысшее доказательство, что без пояса. И как он сгнивает. А вам, который не носит и пояса, не на чем показать. Вы противитесь даже этому, кто пояса не носит. Я о поясе говорю. Дальше. Исхода, 12 глава, 11 стих. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Я говорю, что пояс употребляется 125 раз в Библии, положительно 125.
Это не цифра один, это предложение, это народ, это обычай, в каком месте и обязательно какой-то смысл. А почему они должны быть припоясаны? Это означает готовность. Это мы не знаем, что такое. А что, да, работает спустя рукава. Сегодня спросил, а почему спустя рукава? Куда я спустя? Что вот? Это у них, у бояр, чем длиннее рукав, до полу почти идут, а нам смешно же смотреть. Это считалось признак богатства, как сейчас, допустим, золотая тяжелая цепь у него на шее. Ну, как собака привязанная. Богатый Вован какой-то там или вот. И здесь чресла должны быть предпоясаны. А что означает чресло? Чресло это означает вот, вот внизу, где выше здесь бедра, а здесь выше, ну на животе оно не удержится, скатится. Поэтому лямки через пузанщики носят. А на чреслах вот у меня никогда не бывает ни ремня, ничего нет. Почему? Ну у меня бедра, вот здесь живот подтянутый, и вот застегнуто, и все. А когда арестовывают, ремешки отбирают, они ходят руками, вот так все держат эти начальники. Я их видел в тюрьме. А у меня этого не надо заранее. Поэтому, кто носит ремни, уберите их. Я о пузатых не говорю, им не убрать. У него штаны спадут. Ради пояса только можете определить, какие. Вот у вас пояс будет висеть вот так до мотни. Он должен ровно стоять, пояс. Вот он. Я где бы ни посадил его, там он у меня и стоит. Как тебе приятно-то будет. И здесь, говорит, чресло припоясано. Обувь не буду говорить, мы говорим о поясе. Деяние 8. Да, ну ладно. 8 глава, 8 стих. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Речь идет об апостоле Петре, которого ангел освободил. Ну это обычные еврейские пояса. Ну ангел-то сказал бы, что ты тут с поясами возишься, с веревками, с какими-то, беги скорее. Нет. Даже не обуйся, а впереди стоит слово опояшься. Вы не думаете, что это случайно. В данном случае значимость пояса больше, чем обуви. А почему он снимал его? А вы говорите, не снимать. Я говорю, пояс, который постоянно. А сверху, когда человек одевается, ремень, это сверху. Именно у него верхний, который выше одежды был. И ангел знает, и не... он мог сказать так, а что ты? Для чего это пояс какой-то носишь? Ну, ты же верующий во Христа. Зачем эти разные условности-то? Ну, что сектанты сегодня говорят. А ангел не говорит. Ангел придерживается вот этих принципов, которые заложены Богом. Пасху ты не можешь есть, пока не припоясан. Вы не можете правильно праздновать Христа, правильно веровать, пока нет. Я знаю, как сейчас у них глаза вот такие вот делаются. Ну и придумал старик. Не зачем придумывать, когда Писание говорит. И ешьте Пасху Господню. Ну а можно было есть Пасху Господню, не спеша сидеть, разговаривать, в зубах ковырять. Нельзя. А можно было так, оба, нельзя. Есть скорее, хватать и быстро выходить. Время коротко. Это все переносит на Новый Завет. Ты уверовал во Христа, Пасха Господня, ты припояшься истинную. А пояс напоминает об истине. Он напоминает. Вот знаки на дорогах везде, они все напоминают о чем-то. Скорость указывает, какая больше и меньше ехать. Повороты, все указывает. А это тело мое. К храму подходишь, памятник исторический. А это я памятник Богу. Это мой храм. Я должен беречь его. И поэтому евреям было сказано на лбу, где они там носили там знаки, написанные в коробочках. И на косяках напишите. За столом сидишь, учи детей. Это все были знаки, напоминающие. И будет тебе напоминание. Там два камня притащили, положили, как шли по посоху, по Иордану. Все это напоминание. Пояс это напоминание, что ты христианин. Что ты вкушаешь Пасху Господню, что ты шествуешь в путь. И ангел ему сказал, опояшься, это Петр. Но Петр-то не глупее сегодняшних еретиков, сектантов был. Ну подражайте ему, Павлу. Павлу вы не подражаете, мы уже договорились. Ну он вам не нужен. Петру вы не подражаете. Дальше. Откровение, 1 глава, 13 стих. И посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в подир, и по персям опоясанного золотым поясом. Значит, Христу не подражаете. Понимаете? Вообще ничего. Самовольство, вот это самовластие такое. И даже некоторые священники сегодня, они так привыкли к безобразному поведению своих прихожан. Там воруют, блудят, Кашпировского смотрят. Им нужды нету. Но вот наши люди появились в село Завьявол Алтайского края. Стали свидетельствовать. Священник вышел. У нас люди появились. Они себя под православных играют здесь, пояса надели, еще и бороды отрастили, это американские шпионы. Это такая проповедь в храме. Отец Александр Гребенюк. Опоясанного, каким золотым поясом? Поясом.
А вы знаете что? Где он написано? По персям. У нас, говорит, по чреслам, а тут по персям. Персия это, вот, на персиях это груди. Две груди это перси. И он говорит, на персник Христов кто? На персях возлежал, как бы груди касался Иоанн Богослов. На персником никто не назван, только один. Он у груди Христа был. А почему два? Это означает истину. Я припоясываю два завета, ветхий и новый. Когда в песне, песней говорится, грудь ее как башня, она совершенная невеста, а как свататься за сестру, когда груди не выросли. Груди это показывает совершенство, готовность к деторождению, к благовестию, к проповеди. Заложен духовный смысл. Здесь не пасторальный роман пастуха и пастушки. Это душа, это церковь, ее отношение к Богу. И здесь по персям Христу не надо штаны поддерживать, как у нас. У нас по чреслам, мы что-то поддержим. Христос ничего не поддержит. Он символизирует, что два завета это его. И он символом золотой любви, как кольцом охватывает их. Оба завета ему нужны. Оба. Без Ветхого Завета мы бы нового вообще не понимали. Ягненок. А почему ягненок? Дальше. Откровение 15 глава 6 стих. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Это ангелы Господни. Это не демоны, распоясавшие, которые на земле. Я еще дальше скажу. Это демоны. Демоны никогда не рисуют с поясом. Запомните это. И люди, даже сами того не зная, они уподобляются еще кому-то. По персям. Сделают себе так даже. Не важно. Ну, нам для другого нужно. И ангелы в воде. Когда показываешь, я вот баптистам показывал, и ангелы с поясами, Христос, да что вы думаете, где это написано-то? Ну, про Иоанна написано. Я когда открываю места, они, а ну-ка, брат, у тебя там, так, открой. Так написано, а как же это мы не видели? Да так и не видели. Слепой он не видит, куда его слепец ведет. Поэтому в яму и рухнули, в яму самовластия. Самое неприемлемое Богу, этим сатаной, спросили, какое качество ты не любишь? Он ответил, смирение. Смиренно-мудрее, терпеть не могу. Вот все сектантство сегодня, православие, поражены этим. По своей воле поступают. А у нас все так. Жены все стриженные, там крашеные, в сережках, в штанах. А мужичные такие. И даже нужды нет никакой. А все духовно. Да там какой дух-то у тебя? Смердит, говорит, за 100 верст. А ты посмотри, как одеты жена, дети Рамзана Кадырова. Посмотрите, зайдите в Википедию. Рамзан Кадыров, запустите и посмотрите, у какого президента у нашего так жены благочестиво одеты. Они одеты, как будто в нашей общине находятся. И та же повойник, второй платок. Наши, когда сестер смотрят, и мусульмане говорят, наконец-то встретили наших. А другие знающие говорят, так это православные. Я не могу с собой спорить, какие православные. Мы же знаем тут, какие православные. У нас строгий закон. Ну, зайдите на Mail.ru и поглядите, у меня 4000, кажется, 500 фотографий, роликов. Как наши благочестивые сестры, голубицы нежно одеты. Смотреть приятно. Дальше. Монахи, военные, все в поясах. Где есть дисциплина, собранность? Народные фольклорные ансамбли и казаки. Все в поясах шикарных на сцене, хотя бы и на картинках всех художников. Репина, Васнецова, Поленова, Сурикова и иных. В житиях святых мы видим пояса. Но это уже более поздний период. 15 февраля. Евсевий пустынник был настолько истощен в постах, что пояс не мог держаться на нем. Ну, значит, он был пояс. И это в житиях записали. Так это записали малую частичку. Он, видимо, спадал у него. Дальше. 22 апреля, Феодор Секиот, когда был с матерью в храме, снял с себя гривну и пояс и отдал матери. Забери это, сказал. Так, значит, снял, ну, конечно, это драгоценный подарок отца на память, но он без пояса не остался. Для меня это было тоже искушением, когда я был в заключении. Вот пояс, его сразу же надо было снять. Но так как меня вело КГБ, МГБ, то со мной очень осторожно и бережно относились. Я говорю, у нас не, ну не можем мы устав нарушать, ну не можем. И поэтому я был без пояса. У них устав, и у меня устав. Ну, мой устав арестован. И значит, я вот так. А когда уже в лагерь отправили, там можно с поясом было. Я сразу в лагере, сразу себе пояс сплел и крестик не трогал.
не трогали ни в лагере, ни в тюрьме. Крестик всегда был на мне. Дальше. 27 июня. Самсон. Вместо пояса у него была веревка. Ну, она была, однако. Так это я беру. Вот это спроси священники. Никто даже не назовет вот это. Я показываю. Это по старому стилю. По житию Дмитрия Ростовского. Почему? Я насчитывал их. Составлял симфонию на них, знаю. А вот интересно, 21 июля. Симеон юродивый, не зная, с чего же начать свою родство, он вначале ножом изрезал свою одежду. Потом нашел мертвого пса, привязал его поясом за ноги, протащил по всему городу. И все это был смысл. Вот все, что сегодня делается, дорогое, там афиши выступают где-то, это дохлый пес. Тут смысл-то какой? И за город надо на помойку вытащить и выбросить это все. И что-то в школах, там, в алеологии, там, чего только не... Это дохлый пес. И школа-то предметы выбросить надо, там, может быть, оставить предметы 3-4. Это все дохлые псы. Их туда. Вот таких очень много. Вот что такое пояс. И у нас в лагере дети все с поясами. И вот что интересно. Когда приехали второй фильм снимать, это Кузнецов Владимир Сергеевич, кинорежиссер, Красноярский отдел от Свердловской киностудии. Ну, они мимо промахнулись, а лагерь в стороне они не видят. И говорю, смотрим в степи, идут дети, идут все в поясах. Ребятишки-то, мы сразу поняли, где-то недалеко лагерь. Где-то Лапкин, говорит, здесь рядом находится. Стали смотреть, куда дети тянутся, тропинка-то. И тогда уже попали к нам, съемку вели. С поясами. А как-нибудь повредил вам пояс, вот меня спрашивают дети, никак. И что интересно, вот у нас в Потеряевке такой устав, и мне кажется, ни один пункт, а их 40 пунктов, внутренний устав, там свой дресс-код, как нарушение вот этого пояса. И которые против пояса поднимались, они сделались все врагами потом, врагами. Врагами устава, поднимаются, теряют веру и все. Это не просто, есть люди, которые говорят, ну пояс, ну подумаешь, пояс. Ну а когда они увидели, что делается с теми, кто против пояса поднимается, все просто попятились. Неужели это все из-за пояса? Ну ты дай другое объяснение. Я могу называть, кто против был. Вот, приезжают родственники у него диакона, всегда без поясов все. И что? Сделались как самые лютые враги. А который был пояс не любил, но он сделался разрушитель заповедей Господних. И куда угодно пошли. В еретики, как правило, уходят куда-то. А я пойду к баптистам, к адвентистам, новая жизнь, куда угодно. Пояс, всего только пояс. Он много, значит. Я с поясом стою вот так вот на улице, а мужики подходят, уже знают, что я вернулся. Вот мы слышали пояс, а из чего он у вас? И ребятишки рядом стоят. Мужик подходит, а можно его руками пощупать? Пояс пощупать взрослому мужику. Я говорю, ну пощупай. Крепкий он у вас так. И никогда не снимаете? Да нет, никак. У меня было однажды, дети, одному надо слабо, другому как, но 4 узла, чтобы не потерять. Ну, не потерять-то не потерять, но я свойства пояса не знал. А парень, а мне надо толстый, он из того. Ну, я отрезал ему там такая веревка, она как бельевая, но такая крепкая-крепкая. Он вокруг себя завязал и бравирует. Но полез купаться, и она от воды начала сжиматься, а он только наелся, ему стянуло брюхо, он орет, стоит, я говорю, что он орет-то там? А его пояс ему затянуло, а развязать-то никак нельзя, потому что 4 узла, пока он там развяжет, он вылез, а у него, я не видел, как шагрение, говорит, кожа. Затянул его живот-то в воде. Да. Вот так. Пояс нужен. И по слову пояс-то еще и меридианы, и пояса, земля под поясность, и так и говорит, и географический пояс. Это тоже встречается где-то. И смотри, у птицы, как вокруг ободок, каким пояском там, то у арбуза смотрят. Я слово пояс вылавливаю даже, смотрю, он даже встречается в других местах где-то. И вот дети, когда привыкают, и вот родители могли бы закрепить. Приезжает из лагеря. Сразу, мать. А что это у тебя за веревка такая? Мама, это пояс в лагере. Но ты же не в лагере сейчас. Не в лагере. Снимай. Грязный какой-то. Мать сразу раз, никак. Ножи сами отрезала, выбросила. Все, пояса нету. Другой в Новосибирске. Приезжает. Мама, ну давай, надо покупаться. Пришел. Он из лагеря уже уехал, уже дома. Это ребенок одинакового возраста, 11 лет. И вот мать начинает, а что это у тебя за веревка такая? Мам, это не веревка, это пояс. Это в Библии так написано. Да ты что? Я не знала.
Ну, давай его снимем, постираем. Да как я его сниму? Тогда мать развязала. Ты один конец держи в руке, я постираю. Стирает, а пацан в ванне сидит и держит. Мать его постирала. Так, теперь этот конец давай, ты это держи. И опять постирал, ну давай завяжем. Она не нарушила, а она посчитала нужным. Этот человек постоянно из года в год приезжает. Когда это было, ему там, не знаю, наверное, лет 7 было всего. А теперь уже юноша, совершенно другое отношение. У одного разрезала, бросила, похвалила, больше их никогда нет. Я говорю, встретились, а где ваш сын? Да где? Второй раз посадили уже. А за что его посадили? Ну он не виноватый, это он только с товарищем был, он краденое хранил дома. А когда разобрали, он в трех грабежах принимал участие. Вьетнамцев грабили здесь, отнимали все у них, но убийства не было. Я, знаешь, за поясом стоит другая сила. Там, где в малом верен, над многим Господь поставит. И мое вот это объяснение пояса, ну, кому носить, тот сразу наденет. Меня убежать в этом не надо было. Однажды, надев его там в детстве, я старался больше никогда не снимать. До уверования. Вот такой порядок. Вопрос можно пояснить? К этому, по поясу? Да, да, по поясу. Дело все в том, что вот показывают еще и документальные фильмы, да и художественные фильмы. Вот еще даже 60-х годов, там сельское хозяйство, да там и деревни, и там председатели колхозов, и они там все в поясах были. Вот от чего же, когда, какой период, или от чего пояса-то вообще исчезли эти? С чем связано? Да, с чем связано? Ну, то есть я так понимаю, что люди поняли, что эти пояса не нужны. Вот с чем это связано было? Может быть, от того, что люди далеко ушли от Бога? Или даже непонятно? Не о Боге здесь речь идет. Да, о чем? Это навык. Вот если все знают, что Некрасов поэт, но Некрасов был и писатель. Когда людям говоришь, что Некрасов писатель, а что он написал? «Мертвое озеро». Советую прочитать. И вот там говорится про одного, который табачную фабрику устроил, немец, и говорит, сейчас, говорит, пальцем показывать на того, кто курит. Поверьте, придет время, будут пальцем показывать на того, кто не курит. Угу. То есть, если 1% был курящих, то здесь будет 1% не курящих. Меня когда посадили, ну, у меня, я говорю, печать какая-то там стояла на деле, ты уже знали, кто я, и ко мне специально был подослан политотдел, вот, Ульяновский Владимир Александрович. И он говорит, куда же мне вас посадить-то? Он ищет, какая камера, чтобы не нарушить ни устава, ничего. Я говорю, если можно, пожалуйста, где нет табака, не курят. Так такого у нас нигде нету. Вот это то время, я вспомнил сразу Некрасова «Мертвого озера». Пальцем показать, ну тут, ну, 20 человек курит или один, так вот есть камера, где один, но он курящий, директор. Ну, тут мы скажем, он будет аккуратно курить-то. И меня посадили с Силлером, Владимиром Митрофановичем. Он за паровоз зашел, там секретари горкома, там кого-то, это райкомов, которые были. Вот такое дело. Я попутно показываю, что, Владимир, что значит наш во свете Библии, наш сайт, вот где. С чем это связано? Думаю, что это метод подражания и боязнь выглядеть старомодно. Не модно, а люди объясняют, я говорю, а почему ты без пояса, а зачем он нужен? Ну а в армии носят, смотри, стоят как военный, какой пояс, вы ни одного офицера не увидите, ни в царской армии, ни в советской, что без пояса, портупея, пояс. Ну так он военный, а я же не военный. Ну а пояс-то для чего нужен-то ему? А монахам для чего пояс? Ну я тут не знаю. А я объясняю, это знак того, что человек подчиняется уставу, в истине устава этого ходит, не в божественной еще истине. Не в самой божественной истине. Вот смотри же у нас, что наш видеоканал попутно показывает. И теперь пальцем на это показывает. Но если ты твердо стоишь, подражателю тебя не будет все равно. Я скажу, вот, что кто-то увидал и пояс надел. Я даже затрудняюсь сказать, а есть ли такие где-то? Вот, крестик наденет, даже бороду отпустит. А надеть, даже платочек женщина наденет. Но мужчина до упора стоит. Пояс не надо. Я понял, что пояс это главный атрибут одежды, против чего сатана так воюет. Ну, я просто знаю это. Вот. Это наш живой журнал «Жизнь православия общин». Вот обращение митрополита Восточно-Американского Нью-Йоркского Лариона протоиерею Акиму Лапкину. Вот он обращается к батюшке его высоко. Кто? Благословение. Такого никогда не слышал даже. О, как величать могут. Вот какие у нас открыты, где, с чем мы есть.
Это вот вообще поступает из моего мира. Наш форум. Вот такой форум наш прекрасный. Вот сегодня у меня большой материал. Рамзан Кадыров уволил заснувшего на совещании. Вот он где. Вот видите как. Это Рамзан Кадыров. Вот сегодня я выставил. Видите, как он сидит. Стоит. Вот его семья. Теперь вот посмотрите. Рамзана Кадырова жена. Сравните с женами даже у президентов. Вот смотрите, какие они голубицы. Даже выражение лиц какое. Да они готовые шахидки, они взорвут. Может быть. Но ты посмотри, как благочестиво. Я вам даю гарантию на 100% с присыпкой, что вот эти, это мать дочери, они девственницы в физиологическом смысле. В полном. И в случае свержения Рамзана Кадырова им всем грозит смерть. Всем. И она спокойно пойдет на это. Она не будет делать, что попало. Посмотрите на их лица, какие они чистые. Все как одеты. Вот там платочек впереди. И у ней тоже. Вот как наши сестры. Одинаково. По-моему, в поясах. А? По-моему, даже в поясах. Вот. Ну, может быть, даже в поясах похоже. Вот это Рамзана Кадырова. Он с отличием окончил институт бизнеса права, как и видите как. Даже вот это вот показать. Ну, там много, что я может бы набрать. В Википедии это, независимой энциклопедии. Вот все. Слава Господу. Спасибо, Христос.